Телевизионная комнатная антенна L850-06 предназначена для приема аналоговых сигналов вещательного телевидения в частотном диапазоне ДМВ, а также для приема цифровых сигналов в формате ДВБТ. Антенна оснащена усилителем с плавной регулировкой выходного уровня. Регулировка выходного уровня сигнала позволяет точно настроить антенну при большом изменении уровня входного сигнала. Это обеспечивает ее эффективную работу, как в условиях неуверенного приема, так и при близости к ретранслятору. Для просмотра цифрового телевидения ДВБТ в вашем телевизоре должен быть установлен цифровой приемник. Если встроенный цифровой приемник не установлен, то необходимо использовать внешний цифровой приемник. Электропитание антенны производится от источника питания 5 вольт с инжектором, либо через антенный кабель при подключении к внешнему цифровому приемнику при наличии данной опции. Для включения электропитания через антенный кабель необходимо включить данную опцию в меню цифрового приемника. Эффективность работы антенны зависит от индивидуальных особенностей помещения и его расположения по отношению к передающей антенне. Изменяя направление антенны путем ее поворота, добейтесь наилучшего качества изображения на экране телевизора, а вращая регулятор выходного уровня, выставите требуемый уровень усиления, ориентируясь на качество изображения на экране телевизора.